1 сентября не за горами, а это значит, все учебные заведения снова начнут работать в привычном режиме. Члены и сторонники партии «Единая Россия» совместно с общественниками и председателем «Молодой гвардии» проверили готовность школы Олимпийского резерва. Школа Олимпийского резерва подошла очень качественно, ответственно ко всем моментам. Проверили пожарную безопасность, антитеррористическую защищенность, проверили, есть ли акты или нет, а в данный момент все акты готовы, подписаны и по отопительному сезону. Замечаний по итогам проверки нет. А проверяли буквально все: благоустройство территории, ремонт внутренних помещений, пожарную безопасность, журналы инструктажей, и особое внимание уделили мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Посетители приходят в масках обязательно, принимаем, измеряем температуру всем обязательно, руки обрабатываем и дистанции соблюдать. Школа Олимпийского резерва полностью готова к приему детей. Около 1000 ребят выйдут на спортивные площадки объекта, чтобы оттачивать свое мастерство и покорять новые вершины. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».